Просмотрев запись, оказавшуюся весьма хорошего качества, полицейские составили описание внешности предполагаемых преступников. Кроме того, при опросе жителей микрорайона горожане опознали в них двух рабочих строителей, которые трудились по найму у разных хозяев. По горячим следам 39-летний и 33-летний мужчины были задержаны. Украденные шорты были надеты на одном из друзей. В дежурной части рабочие во всем признались и рассказали, что уже неоднократно вместе крали то строительные инструменты, то бытовые предметы в соседних домах. Подельники вели бродячий образ жизни и выпивали. В тот день они направлялись за спиртным и заметили шорты на бельевой веревке. Приглянувшаяся одежда в итоге и подвела друзей. Оба подозреваемых помещены в изолятор, возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.